Товарищи, здесь опасно. Я не могу здесь подвергать себя такой реакционной политике со стороны украинских войск. Надо отступать. Павел Андреевич. Вот он. Не хочет отступать. Но это на камеру он так. Сейчас быстрее собственным визгом не стартанет. Нет, я отсюда посмотрю. Хорошо. Идем или не идем? Окопный скарб. Физкультура на открытом воздухе. Называется. Вот за балкой посадка заканчивается, где угол посадки. Ага. Вот там танк и был. У них? Ну вот как тот танк, который в прошлый раз. Его забирали там. А, вот там, ну заходили оттуда. Мы там стояли, на той стороне. А, вон как. Смотри, как продвинулись-то, ничего себе. Хорошо. Вон штурмует посадку. Вот они, вот красавчики наши, саперы. Лица закройте, пацаны. Лица закройте. Вы, Виктория, блин. Вендетта. Вендетта? Вендетта, Павел Андреевич. Вендетта. Посмотри, у вас лицо какое-то знакомое. Нормально? Откуда? Ну, с Хабаровской части как-то. Пиротехники, если вы видите, что я бегу, старайтесь не отставать. Пиротехник, если вы видите, что я бегу, старайтесь не отставать. Это настоящие саперы. Ладно, все. Идем? Вот подготовка к движению вперед, к броску. Мы сегодня же показывать не будем, но просто вот, Павел Андреевич. Милые нашему сердцу саперы. Павел Андреевич, не выключай, иди сюда. А что это такое? Проб юнит ран 1 7 D 0 4 0 1. Забрал. Явно не наш. Красавцы. Сейчас выливают. Сейчас там и сзади работают. Нет, сейчас и там сюда работают. Сейчас еще. Это как раз в этом районе опорник. Ну вот это вот там мы, здесь противник. И получается, что окопы обороняются с той стороны. Окоп противник. Вот еще. Повтори. Все сгоревшее. Потому что мы им сожгли все.